Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет на обзорчике такое замечательное пиво Корона, Корона Экстра, естественно, производство Мексики. Я так понимаю, у нас в России такое не делают по лицензии. Алкоголя в нем 4,5 градуса, сусло 11,3, объем бутылочки 355 миллилитров. Также я подготовил сегодня лайм, засунем его туда в горлышко, будем пробовать. Сначала пробуем без лайма, потом добавим лайма. Посмотрим, что произойдет, станет это пиво лучше или нет. Я его пробовал только без лайма, обычно вот так брал просто из горла, как бы пил. Вот так в стаканчик, ничего не наливал, никогда не дегустировал. Стоит оно у нас где-то по скидочке 75-79 рублей, ну что-то вот в этом райончике. Без скидки, ну там может быть и 100, и 120 даже, ну какие-то такие. И мне кажется, зачем покупать без скидки, когда на пиво на это постоянно есть скидочка. Ну что, не будем, ребят, затягивать ролик, давайте открывать, тем более, кстати, да, ну это, открывается только открывашкой, не откручивается. Тем более, это просто первый ролик у меня сегодня, мне самому хочется уже попить пивка, так сказать. Давайте посмотрим, сразу из горла сделаем первый глоточек. Ну, такой стандартный запах для пива. Солодовый какой-то небольшой, еще есть привкус какой-то непонятный. Каких-то, мне кажется, и так какими-то цитрусовыми немножко отсюда отдает. А может я то, что лайм порезал, и от этого идет запах. Давайте маленький глоточек сделаем. Ну так, знаете, оно у меня хорошо охлаждено было, довольно долго стояло в холодильнике. В принципе, освежающий такой эффект есть. Присутствует такая ярко выраженная горчинка такая. Вот. Не скажу, что так вот прям очень зашло мне вот пиво это. Наливать я его в стаканчик не буду, не знаю. Наверное, налью потом, когда уже добавлю лайм. Сейчас давайте его добавим как раз туда. Честно сказать, никогда этого не проделывал. Посмотрим, что у меня получится. Видимо, я слишком крупно. Сейчас у меня тут вроде одна долька поменьше была. Достаточно крупный у меня лайм, который не хочет туда засовываться. Но мы, я думаю, как-нибудь его туда затолкаем. Оп. Все, серединка прошла. Все, провалился. Ох, смотрите, что происходит. Пеночка, пеночка сразу побежала. Так, я не знаю. Пусть он, наверное, там немножко постоит, погазирует все это дело. Сейчас давайте сделаем паузу. Я тут немножко приберусь как раз. Немножко пива поднастоится. Так, ну что, ребят, я тут немножко прибрался. Вытер вот это вот от сока, от лимона. Руки немножко помыл. Короче, прошла где-то минутка, может чуть больше. Давайте попробуем. Из бутылочки. Потом, наверное, попробуем налить. Ну вот слышно, вот сейчас идут, что вот эти пузырьки бегут. Вот, в принципе. Вокруг этого лайма все они так облепили. Давайте сделаем глоточек. А вы знаете, лайм немножко добавил какого-то вот интереса этому пиву. Какой-то вот такой цитрусовый. Составляющие непонятные. Ну как непонятные, лаймовые. Но я не скажу, ребят, что оно какой-то вкус. А какая-то вот, мне не очень нравится горчинка вот эта на послевкусии, которая остается. Знаете, даже похоже, вот горчинка похожа на грейпфрукт. Вот как от грейпфрукта остается горчинка, вот что-то в этом роде. Я сейчас проверю ее, хотя не смогу проверить, хотел на срок годности проверить, но что-то я не особо понимаю, где тут может быть срок годности написан, поэтому, так что-то тут, короче, непонятно. Я думал, может оно, что-то я не помню, чтобы оно так горчило. Может, что-то с ним не так, оно у меня долго просто уже в холодильнике стоит. Все ждет своего часа. Ну, короче, сейчас еще глоточек сделаю.
не знаю, какое-то оно такое, с одной стороны, какое-то водянистое, пустоватое, с другой стороны, на послевкусе у нас остается такая, какая-то стойкая достаточно горчинка, похожая на, вот, от, как вот послевкусие после грейпфрукта, что-то такое. Я не могу сказать, что прям мне это очень нравится, лайм немножко дал и по вкусу вот своего, такого, так сказать, цитрусового. А в ароматике, кстати, лайм очень хорошо стал прослеживаться. Да, прям запах вот в ароматике лучше намного стал. Не знаю, смысла наливать есть, нету, мне кажется, особо нету. Вряд ли он станет вкуснее, но давайте попробуем все-таки. Как-никак, раз у нас есть такая возможность. Давайте оставим бутылочки. Что, давайте, ваше здоровье, ребят. Ну, такая, ребят, газировка, не скажу, что меня она как-то впечатляет. Более того, не скажу, что мне вообще вот это пиво понравилось. А, что с лаймом, что без лайма, как-то такое на любителя, мне кажется. Вкус водянистый, как я и говорил, и вот эта горчинка, вот все, что как бы это пиво разглядел. Ладно, все, ребят, будем прощаться, чтобы не затягивать ролики. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч, пока.